За это время почувствовали по городу какое красивое одухотворение, какое-то интересное такое тепло горячее прошло через души тысячи и тысячи людей, потому что они встретились с искусством Армении, они встретились вот с этими прекрасными ребятами, которые через все преграды, которые сейчас существуют в нашей жизни, приехали, чтобы показать свои картины, свое искусство, свое, вылить свою душу, теплую, такую приятную душу татарского народа. Мы почувствовали, как они любят татарский народ. Мы почувствовали, как армяне, живущие в нашем городе, давным-давно, и вот их руководитель фирмы Ашот, как они умеют соединять вот это красивое духовное богатство татарского и армянского народа в одно единое для того, чтобы в этой сложной жизни каждый святей и души. Это мы почувствовали, потому что мы были на этой месте, потому что мы имели возможность участвовать в картине. За это мы, конечно, очень-очень благодарим и Божьего, нашего руководителя фирмы Ашот и председателя армянской общины, мы еще увидели художников других, художников из Армении. Эти ребята, они особые, каждый из них представляет не просто художника таланта, который живет творчеством своего таланта, своей души, мы еще почувствовали, что это прекрасные люди. У них такое духовное богатство, у них такая теплота, такое благородство, и мы никак не почувствовали, что это СНГ, что это кто-то откуда-то, а наши ребята, настоящие, по-настоящему любящие друг друга и нас в том числе. Это прекрасно, я могла бы рассказать про каждого из них, за это время мы узнали, и за это мы тоже благодарим. Они несколько раз, десятки раз встречались с нашими посетителями, посетители поняли, что они встречаются с прекрасными людьми мира искусства Армении. Вот сегодня мы прощаемся. Картинами, которые мы посмотрели, с картинами Качета, с картинами Самвелы, с картинами Гагика и вот этого прекрасного молодого человека, Ваграма. Каждый из них что-то отдельное, понимаете? У каждого из них тайна, мир совсем другой, в то же время прекрасный. Я выражаю, наверное, мнение тысячи и тысячи чернинцев, говоря о том, что большое вам, ребят, спасибо. Вы здорово сделали, что приехали. Спасибо, конечно, Ашоту и всем остальным, что вы привезли. И я очень хочу, чтобы дружба армянского татарского народа прошли и дальше такой красивой, благородной дорогой светлой пути. Ну, я еще должна сказать, что они подарили прекрасную картину президенту, подарили картину нашему мэру. Это было проявление их искреннее уважение, чувство такой дружбы, дальнейшей дружбы наших народов. В общем, это была прекрасная обстановка, замечательное мероприятие, если так по-казенному сказать. А в духовном отношении это было богатое дело. Я предоставляю слово начальнику управления культуры мэрии нашего города Мансуру Ахметовичу Гатину. Девочки с цветами. Дорогие армянские наши друзья, дорогие товарищи, вот я помню 10 июля, июня даже, потому что перед нашим национальным праздником Сабантуй у нас состоялся такой большой солидный концерт во Дворце культуры и энергетик. И вот там, как сказала Гусабира Махмутовна, молодые художники Армении вручили торжественно президенту Республики Татарстан Минтимер Шарипович Шаймиеву, нашему мэру Рафкат Закиевичу Алтынбаеву свои картины. Тогда еще мы почувствовали, что те узы дружбы, которые связывали нас долгие годы, не только в годы советской власти, может быть, но особенно, я должен это сказать, когда в составе Единого государства мы жили. Вот это проявление еще раз вернуло нас на те добрые годы, когда мы жили вместе.
показать другим народам, другим представителям других национальностей свою культуру, искусство, свою литературу, поэзию и так далее. Вот в этом смысле настоящая выставка имеет исключительно большое значение именно в этом плане, в плане ознакомления полумиллионного города. Тут живут и татары, и русские, и представители многочисленных национальностей. У нас только 14 общин, вы знаете. И вот поэтому община, армянская община во главе с товарищем Чехаяном, это в первую очередь, может быть, не в первую, а я не могу там градацию провести. И вот фирма Карине, господин Ашот, сделали такое доброе и благородное дело, организовав настоящую выставку. Мы думали так, что не будет многочисленных посетителей, время у нас такое, время отпусков и так далее. Но тем не менее, к счастью, эти наши опасения не оправдались. Выставка прошла, мы считаем, очень удачно и солидно. Вот фирма Карине и до этого проявила такие добрые жесты в адрес и нашего города, управления культуры в частности. Они составили контракт с известной солисткой Соном Манукян. Мы неоднократно использовали в хорошем смысле на таких наших солидных концертах использовали и продолжаем это делать. Просто за это мы тоже очень благодарны. Одним словом, вот закрываю выставку, мы хотим, чтобы открыто, от чистого сердца, что на земле, на вашей родине, на земле Армении был всегда мир и согласие между армянами, в первую очередь, конечно, и между вашими соседами, чтобы на Кавказе воцарился такой добрый мир. Мы этого очень хотим, и мы очень рады, что у нас в Татарстане нет даже признаков межнациональной розни, такого холодного отношения. Вот товарищ Чахаян подтвердит, что в набережных Челнах имеются все благоприятные условия для демонстрации своей литературы, искусства, культуры, изобразительного искусства, значит, исключительно. Вот действительно мы, может быть, абстрактно знали о вашем искусстве, о вашем изобразительном искусстве, я имею в виду. Вот на этот раз мы уже воочию убедились, даже молодые художники Армении имеют, значит, такую солидную базу по изображению, значит, своей природы, своих обычаев, своих нарядов, значит, ну, всех тонкостей своего народа. Вот в этом смысле вы сделали очень благородное дело, и мы за это очень вам признательны. И мы рассчитываем, что этим еще наше сотрудничество не закончится. Приятно было слышать, что у вас большие планы, вы намерены организовать эти выставки в дальнем зарубежье, в Португалии, в Германии, в других странах. Мы от всей души желаем в этом вам успехов. Я имею поручение мэра города Рафкат Закича Алтынбаева за такую благородную работу по организации культурного обмена между татарским и армянским народом вручить вам почетной грамотой мэра именно за эту благородную работу. Разрешите это мне выполнить. Почетной грамотой мэра города Набережные Челны награждается Абрамян Хачик, президент Международного центра молодых художников армян, за активную деятельность по укреплению культурных и межнациональных связей народов Татарстана и Армении, организации выставки произведений современного армянского изобразительного искусства. Он сейчас никуда не денется, в Татарстане. Почетной грамотой также награждается Марутян Сандел. Поздравляю вас. Поздравляю. Очень симпатично.
грамота вручается батальону Гагику. Уважаемые коллеги, от имени 120-тысячного коллектива Акционерного общества КАМАЗ позвольте выразить огромную вам благодарность. Мы работаем на КАМАЗе 25 лет вместе с вами, с друзьями, с армянами, значит, и живя в соседях с армянами, и коллеги на работе у нас армяне. Мы вот сейчас еще раз через картину убедились, как они правильно, действительно, видя живых армян, а вот через картину художников мы еще раз убедились, как они правильно, хорошо, тонко, тепло выразили характер своей страны, своего народа, своей культуры. И мне особо сегодня понравилось их теплое, тонкое выражение отношений к женщинам на картинах. Это очень приятно. И мы сегодня... веру в будущее, веру в лучшее, и особенно, чтобы всегда вам сопутствовало счастье, радость вашей жизни. Спасибо большое. Позвольте вам получить памятные книги благодарственное письмо, во-первых, последнее коллектива КАМАЗа, и памятные книги КАМАЗа. В прошлом году нам пришел 25 лет, пусть это будет память о КАМАЗе. Придя на закрытие выставки, мне очень приятно, что кто-то друзей сказать от художников, скажем, студии метро 3 от городских художников. Большое спасибо вам, ребята, что вы все-таки приехали к нам в Челны и показали свое творчество. Ваше творчество, я думаю, оставит хороший след в душах, скажем, наших челнинцев, наших горожан. Так же, как для нас, художников, я думаю, это будет, ну, в общем-то, у вас есть чему-то. Спасибо.
огромное спасибо, во-первых, проведать руководителю города, который нам дал такую возможность, что здесь открыть выставка наша художника. Огромное спасибо этой женщине, которая в течение этих полтора месяца мучается с нами. Ну, можно читать. Это как сказать. Это как сказал, мучение, мучение. И подмечу мне цветы, за это будет, конечно. Это не чувствовали от этой женщины, что она работает своей работой, а огромный душой принимал наш художник. Я это чувствовал где-то говорить. Сарю Бахану. И дадим памятник сувениры наших ребят. Пусть не только победили, пусть и крестится. Спасибо вам. Это, как Горбачев сказал, исторический важный процесс идет. Мы уже потом будем чувствовать, что вас не хватает. Но спасибо огромное. Еще раз. С вами. Ладно, давайте я пару слов тоже скажу, наверное. Многоуважаемый Сабила Махмудовна, многоуважаемые гости, значит, представители веры. Конечно, у нас выпала большая честь нашей фирмы, мы предоставили этот художников. И без всяких сомнений, что я знаю, что они действительно уровень очень высокий, и они это оправдали. Я говорю благодарность от имени нашей фирмы «Меры городу», значит, руководству картины галереи. Ладно. Вот. И кроме этого, значит, ребятам всем от нашей фирмы предоставляется, значит, суммарно возможно на 150 марок каждому художнику, значит, для приобретения сувениров по их ожиданиям. Спасибо. Я просто скажу, добавлю больше. Культура, его нужно всегда вернуться. Если нет культуры, нет, в общем-то, цивилизации и народа. Я везде был, Германия, был, Франция, всегда говорю, что татарский народ – это действительно тот народ, который не только говорит, а занимался серьезной культурой. И в моих перспективах, допустим, набережной Челны, я говорю, что это практически город, который 21 века, где действительно немного говорят, а самом деле делается. Есть и на улице культуры, есть чистота, порядок. Самое главное – общение люди друг с другом, которые, в общем-то, многих местах сегодня не хватает. И тем самым наша фирма, которая, значит, эту возможность сделали, это не то, что нам там грудь бить, что мы его сделали, что наоборот, мы хотим, чтобы своим делом показать, что культуру нужно поддержать. И я могу уверять всем, что культура, она более прибыльная, более добрая, вложенные культуры деньги, она все равно возвращается. Конечно, не сразу, но я думаю, что, в общем-то, она... То общение, то, которое составлялось с нашей фирмой за это короткое время, имели других партнеров, были другие предложения. С одним делом это очень выгодно. Ну все. Организовать такую прекрасную выставку не очень радует. Первый мир в этом стране, но, как говорится, это дало нам тоже сразу прекрасную сторону, потому что мы отсюда пустым не идем, потому что у нас в душе еще добавилось очень многого. И хороших друзей, и природа, и люди, все вот это все вместе, это очень много нам удалось вот за это полтора месяца, чтобы мы здесь смогли выставлять. Я хочу сказать, что вам спасибо. В первую очередь
сделал для нас. И прекрасно этот выставку вот за полтора месяца, мы, как говорится, уже себя чувствовали в этом городе, как у себя дома. Ну, это очень прекрасно. Я думаю, что это взаимно будет отношение, если из набережной Черни вот, художники приедут к нам. Так что вот этот день мы хотим от нас тоже выручать работы наших. Вот Марусян Салмер будет выручать портрет у сына Махмудове. Пожалуйста, вот, Салмер. Извините, это дайте нам сказать... Красавица ведь не так.